Видео с автомобилем, который не просто нарушал правила дорожного движения, но и представлял опасность для пешеходов, появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как внедорожник покоряет лестницу в районе парка 30-летия Победы. По полученной ориентировке сотрудники ГИБДД задержали автомобиль. За рулем находился гость города-курорта. Ему грозит сразу несколько административных штрафов. Кроме того, поведение нарушителя после задержания вызвало у полицейских определенные вопросы. Вчера была получена информация о грубом нарушении ПДД водителем автомобиля «Мерседес». Значит, по ориентировке личный состав взвода задержал данного водителя на территории рынка «Восточный». В отношении данного гражданина были составлены административные протоколы за нарушение правил дорожного движения. За одни из нарушений, которые допустил данный водитель, будет предусмотрен административный штраф. За, скажем так, другие нарушения, скажем так, отказ от прохождения медицинского освидетельствования, возможно, лишение права управления транспортным средством. Решение будет принято в установленные законом сроки, и там будет все разъяснено в решении суда. На данный момент данный автомобиль задержан и находится на охраняемой стоянке города Анапа.